Друзья, всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. И сегодня у меня будет необычное видео. Сегодня у меня будет обзор игры под названием ProGymnast. ProGymnast – это своего рода симулятор воркаута, но на ПК. Ладненько, друзья, давайте перейдем к игре и посмотрим, что это за ProGymnast. Поехали! Итак, заходим в главное меню и сразу мы видим то, что здесь можно создавать своего персонажа. Ладно, давайте назовем нашего персонажа. Назовем его Антон Турник. Отличное имя. Так, что здесь еще можно? Здесь можно выбрать пресеты какие-то. Так, ну вот этот чувачок, я думаю, более-менее здесь самый нормальный. Пресет номер 6. Цвет кожи выберем мы такой смугленький. Так, причесочку. Так. Давайте дреды. Нормально. Татухи можно делать? Татухи делать нельзя. Так, параметры лица. Блин, интересно, здесь в этой игре есть кастомизация. Даже некоторые современные игры могут позавидовать такому большому уровню всяких кастомизаций. Но не буду ничего выдумывать, просто сделаю какого-нибудь такого простого персонажа, чтобы не тратить время. Ладно, в принципе, меня все устраивает. Кастомизация здесь реально прикольная. В общем, меня все устраивает. Давайте создадим персонажа. Поехали, создать профиль. ProGymnast World Tour. Антон Турник, поздравляем с участием в мировом туре ProGymnast. Посмотрим, сколько медалей ты получишь и как далеко сможешь зайти. Тебя ждет множество новых мест и испытаний. Желаем удачи. Так, открыто, медали открыто. Та-та-та-та-та-та, занимайся, создавай свои. Ну, начнем все по порядку. Пирс, Оушенсайд, тренировочная база, открыто. Окей, нажимаем. Так, что здесь? Ну, давайте начнем по порядку, ничего не буду выдумывать, поехали. Так, нажмите R, чтобы отпустить перекладину и приземлиться на мат. Так. О, блин, что я сделал? Мимо. А, где стрелочка? Все? Все? И все? Реально, все оказалось просто. Ладно, давайте перейдем на следующий уровень. Пока непонятно. Вроде бы графика интересная, физика интересная, но пока непонятно, что это за игра. Поехали дальше. Доберись до последнего предмета. Так. Что делать? Опустить. Оп. Оп. Так, брат. Да, получилось. На геймпаде управляю, в принципе, легко, но я нажал всего лишь на одну кнопку. Так, уровень пройден. Пока непонятно. Идем дальше. Приземлись на определенный мат. Так, что здесь? О, что это было? Что с ним? Ё-моё. Что это было, блин? Опускаюсь. Оп. Едем. Оп. Так. Оп. А-а-а! Я понял, надо туда попасть. Я рано нажал. Нажимаю. Оп, зацепляюсь. Зацепляется он сам. Так, не раскачивайся. Так, стоп. О, я поднес переворотом сделал. Есть. Блин, ну прикольно, физика прикольная в игре. Прикольно. Так, приземлись. Чё? Ой, да! Блин, это было вообще криво, но я долетел. Вообще жестко он упал, но я долетел. Есть. Так, приземлись на определенный мат. Так. Ага, и чё? И чё? Оп. 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 Да! Хорош, Антоха, долетел. Блин, раскачиваться, если честно, здесь пока непонятно как. Так, приземлись на определенный мат. Так, я понял, так надо раскачаться здесь. Так, как нас учили, вперед. Так. Вперед. Оп, солнышко сделал. Оп. И чё? И не долетел. Я рано отпустил. Ладно, попытка номер два. Так, как нас учили. Оп. Оп. Ну, слушайте, ну физика здесь прикольная. Даже покруче, чем на Миклоне, блин. Хотя на Миклоне классная физика, здесь вообще она крутая.
тело, в принципе, двигается прикольно. Даже не знаю, с чем эту игру сравнить, блин. Полу-воркаут, полу-Америка-ниндзя, вот раньше шоу такое было. Бум! Получилось! Еее! Хорош, Антоха! Вот раньше шоу было такое, ну, не раньше, оно даже сейчас есть. Американ-ниндзя, может, видели? Там тоже всякие испытания можно проходить, вот что-то напоминает. Ладно, переходим к следующему уровню. Я так понял, это простое обучение. Что будет дальше, вообще не ясно. Так, что надо сделать, я пропустил. Доберись до последнего объекта. Так, понял, раскачаться надо. Так. Управление сложное, но к нему можно привыкнуть, в принципе. Нужно просто не суетиться. Оп. Оп. Есть, хорош. Антоха вообще ждет. Так, сколько здесь будет таких испытаний? Доберись до последнего предмета. Так. И чё? Чё надо делать? Так, раскачиваться? Давай заново. Так. Нет, луну не надо, надо солнышко. Оп. 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 Оп, хорош. Так. Да зачем? Блин. А чё он просто не двигается? О. Ну-ка, давай, сколько ты отожмёшься? Оп. О, что это я за элемент сделал? Оп. Я не по плану, но прикольный элемент сделал. Вот это да, Антон вообще. А теперь стойку на брусьях. О, ласточку можно сделать, ну-ка. Ласточка. Офигеть, я ласточку делаю. Реально прикольно. Смотрите, ласточка. Ну-ка, передний виз. Так, передний виз. Брат, давай передний виз. Сможешь? Да чё это? Так. Давай переднимись, подожди. А как задержаться? Да не перекручивайся, переднимись, удерживайся. Во-во-во! Во-во! Кривой переднимись, но можно. Давай-давай, держи. О! Блин, ну реально, вот... Если бы не вот эти испытания, ну, можно было всякие элементы поделать, у игры был бы большой потенциал. А здесь нужно тупые испытания делать. Перепрыгни туда, доберись туда. Смотри, как его дергает, круто. Во, перед низ. Во. Ну-ка, отжиматься можешь от брусьев, интересно? Фу. Ну, очень прикольно, реально. Вот это вот, за это вот игре вообще плюс. Блин, реально прикольно. Опа, отпустился. Ладно. Надо все-таки задание выполнять. О, я выполнил 21 миссию. Теперь у меня открылась вот эта Санта-Моника чемпионат. Так, что можно сказать по тренировке? В принципе, игра реально прикольная. У нее очень классная физика. Классная графика. Прикольные испытания. Но если бы они сделали просто, ну, делать элементы, было бы намного круче. Я не знаю, тут возможно такое есть. Я вижу, здесь и занимайся в тренажерном зале, создавай свои собственные уровни. Ладно, давайте сейчас посмотрю, что вот это за чемпионат, а потом проверим вот это, что такое. Занимайся в свободном зале и создавай свои уровни. Проверю это и это. Но сначала проверим вот это, что это за фигня. Так, а дальше, я так понял, дальше это надо все проходить. Это все закрыто. Да, это нужно постепенно проходить. Ну слушайте, реально прикольно, поиграть можно. Я не думал, что так круто будет. Так, ладно, Санта-Моника чемпионат, поехали. Так, все, здесь все то же самое, задания, какие надо делать. Ладно, идем по порядку. Слайдинг лип, поехали. Доберись до последнего предмета. Так, и чё? И чё? Оп. А чё, не понял. Так. О, не долетел. Блин, уже сложно. Во, передний виз. Так. Во, хорош. Хорош. Повтор, как это было.
Бам-бам-бам-бам-бум. Блин, ну прикольно, реально. Вот это прикольно сделали. Тут как бы... Ну, за один раз как бы фиг сделаешь. Тут нужно реально по это подолбить. Как бы... Короче, игра потрепет нервы, но реально, ну прикольно. Можно поиграть, можно. Идем дальше. Так, доберись до последней приметы. Так, ага. Так, стоп, стоп. Чё? Стоп, оп, оп. Так, ноги подгибаем, подгибаем. А! Я понял, надо на тот было прыгнуть. Блин. Так, так, так. Оп, хорош. Давай, давай, давай. Оп. И ты должен... Зацепи. Блин. Так, не цепляй маты. Так. Хоп. Так, хорош. Подгибаем ножки сразу. Да, я долетел. Блин, ну круто, круто сделали. Блин, мне нравится, реально, мне нравится. Игра прикольная. Блин, можно поиграть, реально, можно поиграть в эту игру. Доберись до последнего примета. Так, о, здесь уже надо раскачаться и успеть туда. Да, блин, я привык на Миклоне, тут по-другому все. Так, так, потихоньку раскачиваемся. И на махе вперед отпускаем. Ладно, еще раз. Так. Не, здесь по-любому надо раскачиваться. И раскачиваться быстро, потому что эта фигня закрывается, ё-моё. А, и самое интересное, почему, когда я прыгаю, она закрывается? Тут надо реально успевать. Так. Так. Блин, ну физика, конечно, в игре реально прикольная. Блин. Здесь надо как-то быстрее раскачиваться. О! Короче, ладно, выйдем пока отсюда. Я понял, дальше будет еще хуже. Дальше будет еще хуже, но, блин. Я, конечно, поиграл в эту игру, но времени мало, блин. Физика реально прикольная. Так, ладно, выйдем. Я понял, дальше будет еще сложнее, дальше будет еще жопа. Я так понял, здесь уровни вообще прям бесконечные. Так, ладно, мы посмотрели обучалку, мы посмотрели несколько уровней из чемпионата. Давайте посмотрим, что здесь можно делать. Может быть, здесь можно просто, ну, может быть, здесь можно делать элементы отдельно как-то. Занимайся в тренажерном зале. Давайте посмотрим. В тренировочном зале, что здесь? Используй это, чтобы выбрать стартовую позицию. Ага. Ага. О, кольца. Кольца. Во, брусья. Вот здесь можно делать все, что хочешь, и пофигу вообще. Во, о, горизонт. Можно горизонт попробовать сделать. Не, ну реально, физика, сколько раз уже сказал физика, физика здесь вообще классная. Вот они постарались над физикой, вот физика здесь чётенькая, блин. По-всякому можно его вертеть, крутить, это прикольно. Блин, что-то у меня не получается сделать. О, 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 переднись, давай, брат. В общем, круто, блин, реально, так. Можно коленочки подгибать вот так. По-всякому можно его извилять, реально, по-всякому, как хочешь. Во, ласточка, во. Ласточка. Кривая, правда, но ничего. Блин, реально, физика мне прям вкатывает. Вот здесь реально можно потупить, повыполнять всякие элементы, ладно. Попробую на кольцах. Что на кольцах можем мутить? Так, оп. Оп. Вот, ласточка. Ну-ка, передний низ. Так. И что здесь еще можно? Так, это что такое-то? Это турничок. Это просто в воздухе прыгать.
А это что такое? Ну-ка. А, это просто можно всякие вести. Это батут! Офигеть! Здесь сальтухи можно крутить. Блин, я в эту игру буду играть. Реально, она мне вкатила. Если хотите, пацаны, напишите. Может быть, по ней стрим провести. Вот реально, просто пообщаться с вами, да? И по приколюхе всякие поделать. Тут батут есть, можно прыгать. Вообще прикольно. Только что-то я не могу ничего сделать. Оп! Оп! Давай, подпрыгивай, брат. Оп! Ну-ка, кипап, кипап, можно сделать? Блин, конечно, надо разбираться еще. До конца еще не знаю, как управление. Но реально прикольно вообще. Ну-ка, заново. Оп. Во, бум. Об стенку, правда, ударился. Бух, Антоха. Слушайте, блин, эту игру реально можно играть. Здесь можно вытворять всякую, вообще всякую фигню. Все, что пожелаешь, как бы, ну, в плане воркаута. Я думал, здесь можно делать, ну, я думал, здесь чисто испытания проходить тупо, да? А здесь, оказывается, здесь можно и самому делать, ну, как бы в свое удовольствие всякую тему. Так, создавай свои уровни, что здесь? А, здесь можно и карту создать. Я понял, но это реально, это, наверное, надо уже потом, когда будет время. Так, ладненько, друзья. Буду заканчивать. Какой можно сделать вывод? Игра реально прикольная. Здесь, помимо того, что здесь можно проходить и всякие безумные испытания, я, конечно, не все посмотрел, потому что, чтобы все посмотреть, здесь нужно огромное количество времени, так как времени мало реально, но игра мне реально понравилась, так как здесь очень крутая физика. Блин, просто, блин, одно удовольствие получаешь, как персонаж двигается. Можно всякую тему мутить, это вообще классно, блин. Главное здесь понять, как управлять персонажем. А так, когда ты поймешь управление, здесь можно реально мутить всякую фигню. Ладно, друзья, буду заканчивать на этой смешной ноте. Надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было вам интересным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И обязательно напишите в комментариях, если хотите стрим со мной пообщаться, поговорить. И можно именно в этой игре что-нибудь замутить. В общем, пишите в комментариях, может быть, проведем стрим. Ладненько, друзья, буду заканчивать. Всем спасибо за внимание и пока.